Dmitrovich. Born 1994, died August 28th, 2014. That's him. This town is a very, very small town there. They're bound to know a death like this doesn't go unnoticed. Звонок был уже дочери. Глаза у нее расширились, и она только сказала: «Как?». Я спросила, что дочь. Она говорит: «Наш Сережа погиб». И когда привезли вам его тело, ну, что они вам сказали? Как мне это объяснили, смерть? А теперь понятно, что мой сын погиб, и никто ничего мне объяснить не может. И пытались связываться с его однополчанами, с его друзьями. Они ничего не говорят. Это звучит так, что это государственная тайна. Хотя так и хочется сказать, что это государственное преступление. Мне так хочется сказать. Ой, я не знаю. Мне так хотелось, хочется его обнять. Никуда не пускать. Мне очень жалко, что парень в 20 лет, в принципе, не увидел ничего в этой жизни и не увидит. Безвестно похоронены, и что о них никто не узнает. Я очень хочу, чтобы о них знала вся страна. Очень хочу. Потому что мне непонятно, во-первых, как они погибли. Непонятно, за что они погибли. На похоронах была гробовая тишина в том плане, что никто не сказал слова благодарности этому парню. Но Алёша звонил в часть. Один офицер сказал вот фразу, я уже проговаривала, что вы хотите, вам вот дадут вам 100 тысяч, хватит вам типа выпить, помянуть. Вот такая фраза была. То мы только здесь получаем.